Целых 5 вечеров ульяновских поклонников «Мельпомены» будет радовать Астраханский драматический театр. Большие гастроли астраханцев на сцене Ульяновского драматического театра имени Гончарова стартовали 14 июня. Гастроли – это такая живительная сила для театра. Да? Понятно, что театр работает, трудится, радует зрителей своего региона, своего города, творит, выпускает новые спектакли. Но когда появляется возможность эти спектакли показать в другом городе, другому зрителю, это дает эмоции, это дает впечатление, это дает толчок к еще большему развитию. Программу открыла комедия о театре и его обитателях «Шум за сценой». Спектакль поставлен по пьесе Майкла Фрейни. Его режиссер – заслуженный артист Российской Федерации Александр Огарев, ученик знаменитого Анатолия Васильева. Сегодня мы начнем с уже ставшей классической комедии «Шум за сценой». Волнуемся, ждем встречи, приходите. К слову сказать, Александр Огарев уже работал в нашем театре во время лаборатории Олега Лаевского. Тогда он ставил эскиз по пьесе Анастасия Букреева «Ганди молчал по субботам». Одноименный спектакль ульяновцы увидят в постановке Астраханского театра. Наш молодой актер Давуд Самадов играет в спектакле «Ганди молчал по субботам» главного героя, который попадает такой в бурю или в натиск, не знаю, катастрофу какую-то душевную, которая ломает все его представление о мироздании. И вот этот фокус, что ли, это путешествие в душу молодого человека как бы затягивает себя. Кроме того, Астраханский драматический театр представит спектакли «Вдох-выдох» по пьесе Юнуса Химири «На сотне». «Чайка» – интересное прочтение знаменитой пьесы Антона Павловича Чехова с элементами, характерными для кукольного театра. И «Отель двух миров» по пьесе Эрика Эммануэля Шмидта, знакомого нам по спектаклю «Оскар и розовая дама». Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.